Так, в этом видео записываю аудит рекламных кампаний по продаже франшиз. Франшизы клинингового бизнеса. Так, смотрим по кликам, какие здесь компании нормально работали. Ну вот, допустим, вот это, да? Россия, запрос по франшизам, целевой трафик. Ну, сразу скажу, что по опыту по франшизам хорошо работает именно целевой. Ну, то есть там запросы на купить франшизу, прибыльная франшиза, недорогая франшиза, там, выгодная франшиза. Это лучше всего работает. Так, параметры. Здесь выключены какие-то города, но, видимо, там уже франшиза есть, продана туда, видимо, поэтому рекламируется. Так, здесь хорошо. Угу. Ну, видимо, была оптимизация, потому что корректировки по возрасту сделаны. В целом хорошо все. Так, смотрим ключевики. Сначала посмотрим, сколько собрано ключевики, хорошо. Ключевые фразы. Так, каталог франшиз, хорошо. По 2017, сейчас уже 2018 год. Поэтому должно быть 2018, там даже 2019. Недорогие прибыльные. Хорошо. Купить франшизу. Франшизу купить. Популярные франшизы. Выгодные. Бизнес по франшизе. Готовые франшизы. Дешевые франшизы. Недорогие. Франшиза 300 тысяч. Франшиза 400 тысяч. 500 тысяч. Бизнес по франшизе. Доходные франшизы, сфера услуг, самые успешные, успешные франшизы, так, бизнес-идеи, франшизы-идеи, интересные, рентабельные, доказать. Да, вообще в целом все целевые собраны, отлично, мало показов статус, но видимо давно отключено. Смотрим объявление. Франшиза клинингового бизнеса, в целом здесь заголовок понятный, все хорошо. Текст тоже начните уже через 30 дней, зарабатывать 110 тысяч в месяц, клиент предоставим. Отличный текст. Тоже иллюстрации показывают, что это клининговый бизнес. Единственное, что на иллюстрации можно было бы где-то еще так крупно франшиза написать текст. Тоже это работает. Ну и тут два объявления, то есть тут два формата только картинок. А в Яндексе текстово-графических есть 4 формата картинок. Это там 1 к 1 соотношение, 3 к 4, 4 к 3 и 16 к 9. А здесь только два формата. То есть надо все 4, чтобы охват увеличить. Вот. Так, ну быстрые ссылки есть, отлично. В остальном все хорошо. Только вот форматы. И тизер я бы еще потестировал не с белым фоном, а с каким-то ярким фоном. Для большего внимания, так скажем. И с надписью франшизы. Так, что еще? И еще. Тоже я тестировал заголовки, вот именно такой прямой заголовок, например, франшиза клинингового бизнеса, и еще 4 объявления с теми же картинками, но заголовок, например, ищите франшизу, там, ищите выгодную франшизу 2018 года, вопросительный знак. То есть вопрос такой. Тоже очень хорошо работает такой заголовок. Смотрим сайт. Так. Или не загрузи. А, вот. Что здесь? Почему ничего нет? Что-то с сайтом, если вообще не отображается ничего на первом экране. Где заголовок, где что. Заголовка нету, вообще не сложно оценить, что как здесь. То есть так, конечно, нельзя запускать, если это так и есть. Здесь должен быть заголовок, да, вот. Примерно соответствующий текст объявления, скорее всего. Вот это должно быть заголовка примерно. Отлично, здесь хорошо. Лиц компании. ДВФ, сайт вопроса. Ну, по сайту тоже я бы добавил еще квиз-опрос. Это такой новый инструмент. Мы тоже используем на своих сайтах по франшизе. И у нас оттуда очень много заявок идет. То есть там вопросы связанные там.
есть ли у вас опыт в бизнесе, ну, там, в каком городе вы живете, если у вас опыт, вы хотите использовать заемные или собственные средства, команда есть или сами, сами и так далее. То есть такие вопросы задаем последовательно, и мы просим человека пройти тесты и узнать, сколько вы прибыли можете получить в вашем городе, да, с этой франшизы. Например, мы рассчитываем. И очень много заявок каких-то такие у нас виды. Ну, это по сайту, если брать. Так, здесь в основном все вот то, что я сказал, да, это тизеры и второй вариант заголовка. А все ключевики хорошо, только здесь надо 16-17 поменять на 18-15 год. В остальном хорошо. Смотрим другие рекламные кампании, что здесь сделано. Вот тут еще вторая, косвенная. Широкоформатная. Так. Здесь другая стратегия, максимальная конверсия. Корректировки вообще не заданы. Ну да, что странно. Хотя бы младше 18 надо было отключить здесь. Франшиза 2016 с каталога клиник. Ну, здесь просто одно объявление. И здесь каталог, про каталог, да, все, я так понял. А, нет, ну здесь другие, да, прибыльные. Здесь, в принципе, те же самые ключевики, я так понимаю. Но здесь отличается, чем, ну, картинка или одно объявление, да? То есть просто другая стратегия. Но я бы не рекомендовал такую стратегию использовать. Потому что на практике, когда мы тестировали, то поняли, что ручное управление все равно лучше. Более эффективно работает. Так, что у нас тут еще? Вот это, да, еще? Ключи. Какие-то ключи здесь, да? Посмотрим. Так, ключи. Здесь тоже по конверсиям. Больше ничего нет. Смотрим объявление сейчас. Здесь опять то же самое, в принципе, ключевики все те же самые. Как я понимаю, здесь ну, открыть франшизу. Здесь вот как раз уже 8 объявлений. Долго грузится. Ну, никак не загрузится. Тут вот по сайту надо, конечно, сделать, потому что на сайте тут что-то почему-то нет заголовка. Нету здесь какой-то формы заявки. На скачивание каталога, например, или нам коммерческую. Или презентацию франшизы, да? Что-то совсем все зависло. Так, заново зайдем.
Да, что-то или с интернетом, или рекламной кампанией. Ладно. Давайте посмотрим статистику тогда еще. То, что мы не посмотрели. Статистику. Так, ну давайте это поднимем. Какие здесь данные? Так, 90 конверсий 3,64. Конверсия 383 рубля с МДС. В принципе, неплохо. Неплохой показатель. В общем-то, посмотрим более ранние статистику. За 17 год. Так, за 17 год, девочка. Я понял. Да, ну вот 190 заявок, 3,64. В принципе, неплохие показатели. Но здесь, конечно, больше от сайта зависит уже именно конверсия. Но мы сейчас тоже в своем проекте по франшизам, который делаем, докрутили уже до 10% конверсию. Но там это мы делали, в принципе, те же самые ключевики используем. Похожие заголовки, объявления и тексты. Но там по сайту, да, мы работаем. То есть мы там квизы используем и все такое. Поэтому у нас конверсия почти 10%, и сейчас стоимость заявки около 200 или даже меньше, там 190 рублей. Поэтому тут можно больше по сайту докрутить, и тогда будет лучше. Вот. Так, вот косвенно, давайте посмотрим. Здесь дороже получается, вообще меньше конверсия по косвенным каким-то. Да, то есть целевые лучше всего срабатывают, как я и говорил. Ключи. Так, вот это мы не могли открыть. Здесь еще дороже за 151 рубль. Да. То есть, в принципе, работают лучше всего именно целевые ключи. Так, это еще здесь есть. Здесь вообще 1400. Здесь ничего нет. Так, это целевые были, да? Екатеринбург. Да, то есть самое лучшее работать целевые, как в принципе я и говорил, да, запрос по франшизам целевые. Вопрос, ну тут можно оптимизировать кое-что, да, то, что я говорил, именно делать 4 баннера, сделать 2 варианта заголовков, и чтобы там кое-где быстрые ссылки не прошли модерацию, наклонение. Мало запросов, статус стоит. Это все исправить. И по сайту тоже, потому что на сайте что-то не то, почему-то не отображается. И именно дальше от сайта уже зависит многое, сколько будет конверсия высокая, сколько заявок. Конечно, в таком формате конверсия будет низкая. Поэтому я рекомендую сделать оптимизацию, просто как бы разово даже сделать, то есть все это исправить, то, что я говорил. Ну и по сайту, конечно, тоже надо сделать. И дальнейшее ведение уже просто можно посмотреть. Допустим, делать оптимизацию в течение месяца одного по рекламе. Но, конечно, все это будет бесполезно, пока сайт вот в таком состоянии. А так, конечно, перенастраивать заново нет смысла. Можно взять базовую кампанию, вот эту, запрос по франшизам целевой трафик, и ее оптимизировать еще, улучшить, и, в принципе, можно получать достаточно тяжелые заявки.